Глава муниципалитета выступила с обращением к жителям Барвихи. Андрей Иванов прокомментировал ситуацию, сложившуюся в сосновом лесу у реки Самынка. В прошлый вторник собственник участков, компания «Премиум Строй», начала возводить на этой территории забор, что вызвало недовольство населения. Глава официально заявил, работы не согласовывались с администрацией городского округа. В пятницу 17 июля Андрей Иванов лично обратился в контрольно-надзорные органы, чтобы они дали правовую оценку действиям компании «Премиум Строй». Письма за подписью главы были направлены в прокуратуру, полицию, Госавтотехнадзор и Госстройнадзор.